Женский взгляд на жесткий спорт. В Йошкар-Оле формируется женская команда по регби-7. Специально для тренировок с девушками Федерация регби Республики Мариэл пригласила тренера из Красноярска. На первой тренировке побывала наша съемочная группа. Жесткий, контактный, азартный вид спорта. Все это про регби. Изначально овальный мяч гоняли только английские джентльмены. Сейчас это один из самых популярных видов спорта во всем мире. Причем дамы тоже в игре. Недавно женская сборная России по регби-7, а теперь это олимпийский вид спорта, стала чемпионом Европы. В Мариэл в регби играют давно, но возрождать этот вид спорта начали только несколько лет назад. Детская команда уже показывает хорошие результаты и регулярно привозит медали с соревнований. А вот женская команда только формируется. Я в том году начала фотографировать регбистов, то есть сборную нашу. И тем самым я через объектив своего фотоаппарата как-то увлеклась регби. Мне показалось то, что регби довольно-таки увлекательный вид спорта, командный, объединяет, хоть и жесткий. И когда команда образовалась женская, я сразу же туда пошла. Работать с новой командой будет Анастасия Рыбакова, тренер из Красноярска. Этот город называют меккой регби, ведь там находятся самые сильные команды нашей страны. В прошлом Анастасия сама играла за сборную России. Сейчас обживается на новом месте и проводит свои первые тренировки с йошкар-олинской командой. Говорит, это очень ответственно и интересно – создавать команду буквально с нуля. На наших девушек у Анастасии большие планы. Мы набираем команду молодых девчонок, их развивать будем. Добиваться результатов, естественно, желательно первые места, чтобы у нас были. Конечно, будет сложно это все начинать с нуля, но все возможно. Мы долго искали тренера. Нам порекомендовали Анастасию Федерации регби России. К счастью, ее долго уговаривать не пришлось, потому что наша федерация очень активно развивается. На нас, скажем так, обратили внимание на высшем уровне. И, естественно, слухи среди тренеров ходят и ходили. И Настя, в общем, я думаю, так приехала поработать, потрудиться. Попасть в команду, попробовать свои силы в регби – есть шанс практически у каждой девушки. Федерация регби Республики Мариэл приглашает студенток и старшеклассниц уже с 14 лет. Записаться на тренировку можно в стадионе «Олимп» в поселке Медведево, а также в Йошкар-Оле в арене Мариэл. Все занятия и для детей, и для взрослых проводятся бесплатно.